первый раз, конечно, эмоции были совсем другие, потому что мы выиграли этот трофей. Сейчас матч за третье место, и чуть-чуть, наверное, ощущения такие скомканные, потому что мы ехали сюда за другими целями, да, играть в финале, и сегодня так же, как и Тюмень, наверное, сегодня тоже хотели быть, сегодня вечером играть, да, и быть в финале этого турнира. Но так суждено было, что и мы, и они встретились сегодня за третье место. Думаю, что нам как-то потяжелее сегодня было в плане эмоций, в плане настроя, потому что играть такие матчи на самом деле очень непросто. Не хватило, не знаю, я не могу сказать какое-то везение, еще чего-то, потому что в спорте нету, наверное, слова «повезло», нужно заслужить. И мы где-то, наверное, не заслужили этот финал. Может быть, что-то где-то как-то делали не так или еще что-то, но мы сражались, отдавали полностью каждый всего себя, и чуть-чуть чего-то, каких-то нюансов не хватило. Считаю, что по игре мы точно не проиграли и были лучше соперника. Если бы не серия пенальти, да, может быть, все сложилось по-другому. Ну, сейчас тоже много можно говорить, как могло все сложиться. Сегодня мы играли за третье место, значит, команда Барселоны где-то была удачливее и где-то заслужила больше этот финал. В следующем году отомстим. Если честно, хочется, наверное, уже быстрее, чтобы начался уже новый этап этой Лиги Чемпионов, да, потому что этот турнир очень-очень приятно играть, эмоции вообще бешеные на самом деле, играть с Барселоной на их площадке, в их городе, да, и переигрывать их по ходу матча. Понятно, в счете уступали, но по содержанию игры считаю, что мы переигрывали, и это многого стоит, и я горжусь теми вот 17 пацанами, с кем мы приехали сюда, да, плюс тренерский штаб, вы все, администрация, да, кто нам помогает. Честно, большое спасибо каждому, потому что все делали ради победы максимум. И это третье место, это на самом деле тоже большое достижение для клуба. И нужно с чего-то было начинать. И у нас такая команда, что мы не можем вот сразу, нету у нас такого какого-то, может быть, фарта, еще чего-то. Также в финал мы первый свой проиграли в чемпионате, потом выиграли. И надеюсь, что мы сделаем все работы над ошибками. Каждый как-то, наверное, дополнительный какой-то опыт от этого всего получил. И в дальнейшем мы будем только сильнее, и следующий такой шанс мы не упустим.